тему даунтауна. Самым моим страшным сне, который мне в жизни когда-либо снился, были заброшенные такие здания, были какие-то углы, такие вот сон, который мне приснился там, на этих развалинах, на этих крышах, что там происходило. Это было самое страшное, что было в моей жизни. Драйв прям в крови это все видеть. А с другой стороны, мне так что-то страшно. Такой еще туман сегодня сильный. Твою мать, ребята, я попал чисто, вот вы говорите, мажор, а я попал чисто в отель «Старая Чушка», что, во-первых, это ад, во-вторых, это полнейший ад, и в-третьих, это дверь тут есть. Стремно, короче, вот чтобы, если что, орать. Все, супер, буду отдыхать, всем спокойной ночи, мажорите, приорите лайф. Peace out, друзья. Приехали, да? Да, если семейство, если это классно. Аптеку за наркотиками, сейчас попьем. Полиция. Я сижу в таком чуть-чуть шоковом состоянии, потому что я сейчас вижу надпись «Спанч Боб Муви», который выходит 6 февраля. Это не какая-то реклама или что-то, я просто реально в восторге. Всем привет, хочется этим видео попрощаться с рубрикой «Реалити-шоу», потому что это последний выпуск. С «Реалити-шоу» закончено. Right.
Ёпта ж твою мать, а. Только что вот упал фотоаппарат, тусовался я. И он работает, слава богу. Но все-таки, наверное, папе сообщение. Пап, да, это, кажется, очень грустно, но все-таки я, наверное, просто из-за того, что я так сильно люблю жизнь, наверное, я так забываю обо всем, что я ломаю технику постоянно. Бля, подожди, в Лос-Анджелесе это становится просто моей надеждой последней. Тихий трек. Плохая девочка. Плохая девочка какая. Какая плохая девочка. Это же просто сказка. Смотрю на весь этот обсаженный народец. И понимаю, что годам к 25 каждый из нас для себя найдет какое-то развлечение. Клево, чё? Послушать музыку куда-то, ну или по Вене он швырнулся, я не знаю, но в общем музыка, играющая по городу, клевая. Привет, доброе утро, только что прилетел в Майами, здесь клево. Я скучал по этому городу, на самом деле. Я вас очень люблю, всем хорошего настроения, хорошего дня. А еще здесь подарки от W, мой любимый отель, на самом деле. Я всегда в нем останавливаюсь в Питере. Mr. Akern, welcome to W South Beach. We hope you enjoy your stay and this welcome amenity. If there is anything we can do to create your experience, just ask. Конечно, что Кристина Арбакайте и Филипп Киркоров не разрешили мне с ними сфотографироваться. Но я думаю, все хорошо. Я как-нибудь переживу. Они, кстати, очень клевые. А свои выпуски реалити-шоу я заканчиваю именно на этой ноте. Этими 10 сериями я пустил вас в свою жизнь на какой-то короткий срок и не самое легкое время в моей жизни. Для меня почему-то Майами — это всегда время адских перемен, время любви. Уезжать вообще не хочется, как вы понимаете. Я желаю вам хорошего настроения, хороших людей рядом, хорошей жизни. Ну, а я пойду гулять по Майами. А еще, ребята, ничто так не вдохновляет, как любовь. Так что дня, когда мои дети будут смотреть вот эти видео в осознанном возрасте. Всем здравствуйте! Сегодня лечу в Нью-Йорк, и там снег.
Это было вообще совершенно спонтанное решение туда полететь. Но я подумал, почему нет? Нью-Йорк is always a good idea. У меня сегодня день рождения. Надеюсь, в этом выпуске получится показать вам снежный Нью-Йорк, потому что я даже не знаю, куда я потом буду девать подобные видео. То есть, в какую рубрику. Я вас люблю. Надеюсь, я не разобьюсь. Я обожаю эти штуки, они такие клевые. На самом деле, вот реально, вот помогает как-то перемещение, оно помогает новые мысли как-то получить, помогает как-то зарядиться чем-то новым. Хочется сказать вам огромное спасибо за все поздравления, которые я получил. Большое вам спасибо, я вас очень сильно люблю. Сейчас лечу на самолете, которому 25 лет. Fly on this plane. Okay, you would like to get off? Yeah. Okay. Where were you? Are you okay? Yes, good. You're just nervous? Oh. Yeah. Way back and you can get off, all right? Thank you. She's calling for me. Should I wait here? Yeah, just wait right here. У меня трясутся руки, я впервые в жизни выхожу с самолета. Я не представляю, что я чувствую. Я представляю, какое количество у меня сейчас мыслей в голове. Я даже не могу собраться, мне все насрать абсолютно на всех людей. Я, короче, слышал самолета. Вы не представляете, что я почувствовал. Вы не представляете, насколько это было страшно и по-настоящему. Я не готов делать то, чего я не хочу делать. Очень страшно. Сначала сломалось типа топливо, потом запахло жестко керосином. При этом мне сегодня день рождения, самолет до 25 лет. Я до этого весь день думал об этом самолете и думал, что что-то тут не то. Какие-то мысли весь день ужасные, вообще адские именно по поводу этого самолета. Я открываю глаза, просыпаюсь и понимаю, что мы все еще стоим на одном месте. То есть мы ничего еще не изменилось. Мы не летим, как бы не взлетаем. Я не знаю, это причина, из-за которой это все случилось, из-за которой я вышел. У меня до сих пор реально трясутся руки, потому что это то, что, наверное, чувствуют, я не знаю, несколько раз в жизни, может быть, один. Вот такая секунда, когда свет в самолете во всем, лампочки, знаете, как выключаются, начинают мигать, включаются заново, и такое... В сердце прям, удар в сердце, короче. Я это прочувствовал своим всем просто телом. Я просто сразу встал, собрал свои вещи и побежал к выходу. И я вам хочу сказать, если вы чувствуете, что вы не хотите лететь, вы не летите, если вы чувствуете это сердцем или чем-то, потому что я просто сейчас счастливый, свободный человек. Я полечу на первом, следующем рейсе. Ох, боже, ну это было страшно. Так вот, важные слова, которые хотелось вам сказать. Простите за прическу. Большое спасибо за все поздравления с днем рождения. Я читал все, что мог. И я вас очень сильно люблю. Если бы у меня была такая возможность перевестить вас всех в теплое уютное место, я бы это сделал. Я обнял бы всех. Убер. 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 Нью-Йорк. Холодно, как собаки с ушами. Там кораблики плавают. Короче, это просто маразм. Да вот это зато просто офигительно. Там лампочки, трейлер. Вообще все красиво, все нравится. Все здорово, все хорошо. Люблю Нью-Йорк. Oh.
Очень холодно было снимать видео на улице, поэтому я дома. Вы для меня не просто люди. Россия для меня не просто страна. Есть я, и я понимаю и чувствую все так же, как и вы. Периодически убирайте эти мысли, они не всегда нужны, но иногда о них клево подумать, о том, что... Я не знаю, мы все на самом деле, мне кажется, с вами ждем чуда какого-то. Я в него верю. Я верю в силу любви. Я верю в то, что все может быть вечным и настоящим, чистым и искренним. И в то же время я понимаю, что все, что мы с вами для этого можем делать, это жить дальше. Это заниматься теми делами, которыми мы сейчас занимаемся. Учиться, просыпаться, засыпать. Еще 1000 раз засыпать и просыпаться. И так получилось, что в этой жизни у меня есть вы. И я есть в жизни у вас. И, наверное, в этом и есть счастье. Это очень клево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова